Торжественное мероприятие для студентов первого курса Казанского федерального университета, приуроченное ко Дню знаний, состоялось 1 сентября на территории деревни Универсиады. О том, как это было, тебе расскажет Диана Шилова. Первого сентября несколько тысяч студентов Казанского федерального университета устроили на территории деревни Универсиады флешмоб «Я первак». В этот день для первокурсников КФУ организовали концертную программу с участием лучших творческих коллективов университета и специально приглашенной молодежной кавер-группой «Дороти». После парадов флагов институтов КФУ прозвучал гимн студентов. Особые слова я бы хотел обратить к нашим первокурсникам, ибо вы, пройдя достаточно непростой путь сдачи всех экзаменов, единых государственных и иных, получив хорошее образование в своих школах, сегодня стали студентами одного из старейших вузов нашей страны, Казанского федерального университета. После официальных выступлений на сцену поднялись два первокурсника Высокобальника Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого Казанского федерального университета. Ректор и почетные гости вручили первокурсникам первые студенческие билеты, зачетные книжки и сувениры. Следующий год у нас объявлен годом Льва Николаевича Толстого, ибо ему будет и юбилей, и решением попечительского совета нашего университета, а председателем попечительского совета является президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Миниханов, объявлен следующий год, я еще раз повторяю, годом Толстого. Можно сказать, что в этот день каждый первокурсник стал частью большой семьи Казанского федерального. Пока трудно сказать какие-то впечатления об университете, потому что мы толком и не были в зданиях, не учились. Жду я новых знакомств, конечно же, возможностей и... знаний. Я очень рад, что я поступил в Казанский федеральный университет, и я жду, что мои студенческие годы пролетят незаметно и оставят большой след в моей жизни. Мне очень все нравится. Одногруппники очень хорошие люди. И надеюсь, что студенческая жизнь будет очень веселой. По информации приемной комиссии КФУ, в этом году по состоянию на 1 сентября в Казанский университет на первый курс зачислено более 11 тысяч человек. Продолжается зачисление иностранных граждан из стран ближнего и дальнего зарубежья. Диана Шилова, Владислав Михневский, Универньюз.